На участке Микенинского шоссе от трассы М9 «Балтия» до МКАД в Одинцовском округе ежедневно работают строители. На реконструкцию важного объекта сейчас направлены все силы. График работ плотный, рабочим предстоит сделать многое. На участке сейчас в данный момент времени находится в районе 45 человек. Работа производится по графику. Фрезеруется старое асфальтобетонное покрытие, переустраиваются инженерные коммуникации, кабельные линии, линии связи, дождевая канализация. Работы идут полным ходом. Трасса протяженностью около 3 километров скоро приобретет новый вид. Предусмотрено расширение Микенинского шоссе с 2 до 4 полос. Также будет предусмотрена новая велодорожка, пешеходные дорожки, линия наружного освещения новая, то есть благоустройство, компенсационное озеленение. Согласно проекту, планируется высадить около 2000 деревьев и кустарников. Также жителям будут доступны новые остановки для общественного транспорта. Мы стоим перед картой реконструкции участка Микенинского шоссе. Илья Анатольевич, расскажите нам, пожалуйста, какие работы проводятся? Приступили вот буквально вот весной на примыкании к Новорижскому шоссе. Здесь уширили уже участок, сделали дорожную одежду. Здесь подготовили уже участок к расширению. Здесь были лесные насаждения. Также ведутся работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды. Ну, на так называемой третьей оси здесь. Уже весной 2023 года реконструкция Микенинского шоссе, которая проводится в рамках государственного проекта «Безопасные качественные дороги», завершится. Обновленный участок поможет улучшить транспортные связи между Новорижским шоссе, деревней Микенино и жилым комплексом «Спутник». Эмилия Аракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».